Рабочая встреча ректора Российско-Армянского университета профессора Эдуарда Сандуяна с делегацией международной корпорации H3C Technologies состоялась в Российско-Армянском университете. Целью рабочего визита стало обсуждение направлений взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых инноваций. Представителя H3C заинтересовал широкий спектр научно-образовательных программ, осуществляемых в Российско-Армянском университете, а также действующие совместные проекты в сфере высоких технологий. В ходе встречи делегацию международной корпорации ознакомились со структурами университета, аудиториями, посвященными китаеведению, и по традиции гостей провели на смотровую площадку, с которой можно сполна оценить красоту армянских гор. Завершая рабочую встречу, стороны выразили уверенность в том, что Российско-Армянский университет и корпорация H3C Technologies имеют множество перспективных направлений для реализации дальнейших совместных проектов.